И снова всем привет. Скоро сутки. Как решил бросить курить. Блин, башню сносит вообще по самой не балуйся. Это при том условии, что я курю уже больше 20 лет. В среднем в день у меня уходило по пачке. Башню реально сносит. Сейчас пришлось побежать в магазин. Купить жвачку, закупиться жвачками, сигаретами, семечками, сосалками. Семечек взял 200 грамм, примерно грамм 250 сосалок. Так что насчет семечек фиг его знает, сколько... как надолго мне этого хватит. Вот пешеходная зона, да? Вот этой бабе на Toyota Land Cruiser по барабану хрен пропустит. Короче, посмотрим, насколько меня хватит без сигарет. Насколько крепкая сила воли. Так что сейчас, как засяду, как начну семечки фигарить. Короче, если, ребят, кто бросал курить, если кто-то бросал из вас, чем кто спасался, то просто реально колбасит по самое не балуйся. Аж... до трясучки в руках. Можете себе представить, да? Больше 20 лет курить, выкуривать в среднем по пачке в день. Надо ходил до полутора пачек. Резко захотеть бросить сигарету. Да, представляете, какая реакция? Шок для организма. Привет. Ну, ты слышишь, да? Курить бросаю. Короче, сейчас реально в магазин зашел. Так хотелось в палатке, ой, в магазине сразу пачки две взять. Перетерпел вроде бы. Ладно, все, до дома дошел. Короче, как-то так. Что, сидишь на чипсах? Или сидел? Хотя, извини, не знаю, девушка, мужчина, мужчина ты. Ну и как, получилось спрыгнуть? Понял. А. Ну, на чипсах не сидел. А ты знаешь, на какие попробуй подсесть? Принглс, по-моему. Этот, в тубе, которая. И попробуй взять без всяких добавок. Это вот такая хрень, что соскочишь сразу. Ну, да, дорогущий, но ты попробуй без всяких вкусов, тупо чистые. Там вот тоже у меня дети сидели. Я так, я дал эти Принглс. Так все, сразу отшибило. Ладно. Всем пока-пока. Пошел семечки грызть, пока не побежал в магазин с сигаретами. Ладно. Всем удачи.